Так, что происходит при зарядке? Если этот мы включаем, вот, загорается. Если включаем сюда, не загорается. Проверим для начала контакты. Здесь у нас получается загорается от того, что не до конца утоплена клавиша. Да нет, не из-за этого. Ну что, будем разбирать тогда. Так, сначала отключаем от сети. Разбирается довольно-таки легко. И еще осталось штучки 4. Наклеечка. Так. Еще вот здесь вот у нас получается. Так. Так, вот она наша плата зарядки. Так. Воткнем и проверим. Так, вольты включаем, проверяем. Здесь у нас пять вольт есть. А здесь у нас что? 10, а на этом канале ничего нету.
Значит, остается проверить вот этот канал. Почему на нем ничего нет? Отпавшие детали нет, это уже хорошо. В общем, что у нас получается? Две точки плюса есть. Вот точка плюса и вот точка плюса. Эта точка плюса напрямую звонится с вот этой ножкой SMD-компонента, а эта точка плюса с вот этой ножкой SMD-компонента. Но этот SMD-компонент звонится насквозь, как короткая, а этот SMD-компонент нет. Сейчас более детально надо проверить. Два этих компонента, они должны быть идентичными. И вообще посмотреть, что это такое. Так, этот звонится и показывает 1,3 Ома. Теперь проверяем этот. Этот не звонится. Показывает, что это конденсатор. На 6,45 микрофарад. Ну вот, в общем. Вот она и разгадка. Так. Значит, у нас, если мы поставим конденсаторы, проверить. Так, я думаю, будет видно показания. Здесь у нас получается. Подкидываемся. Ну, в общем, вот. А здесь, если мы становимся, то у нас ничегошеньки. Проблема вот в этом конденсаторе SMD-шном.